делаю на продукцию NYX обзор. И с продукцией NYX я уже знакома давно и решила сделать для вас обзор, то есть отдельное видео. Итак, наверное, начну с помад. Из самой обычной серии, у них такая ходовая серия, это NYX Round Lipstick. У меня в оттенке Pure Nude, который невероятно красивый, и оттенок Strawberry Milk. Так, Pure Nude и Strawberry Milk, вот так они выглядят. Первый сводч у меня в оттенке Strawberry Milk, и второй это у нас Pure Nude. Очень красивые оттенки, первый такой нежный розовый, и второй коралловый, светло-коралловый, в который я просто влюблена и пользуюсь этим оттенком каждый день. Он очень освежает, мне он очень-очень нравится. В основном вижу коралл яркий, средний. Я хочу светлый такой коралл, очень он красивый, очень-очень мне нравится. Так, насчет помад. Относительно стойкости, абсолютно они не стойкие. Хорошо ложатся в течение дня, нужно обязательно поправлять макияж. И, в принципе, все плюсы на этом заканчиваются. То есть, ну, помады для ежедневной носки. Очень хорошо, они, кстати, пигментированы, эти помады. Так, следующие это блески из серии Mega Shine. У меня три оттенка, это Beige, Natural и Dolly Pink. Все блески с представленной серии очень вкусно пахнут вишневым сиропом. Они хорошо ложатся, они потрясающе скользят, они хорошо выглядят. На губах очень мне нравится, но если у вас губы шелушатся, там, допустим, они очень сухие, есть какие-то проблемы, то они подчеркнут все шелушения, неровности и прочее. Так, наверное, начну с первого красивого оттенка фукси. Невероятно красивый оттенок. Это Dolly Pink. Вот так он выглядит. Очень невкусно пахнет. Держится, в принципе, если вы не будете кушать и пить, то, в принципе, неплохо. Часа три держаться они у вас будут. Так, и следующий оттенок это Natural, такой карамельный оттенок на ежедневную, под ежедневный макияж, то есть под смоки очень подойдет. И последний оттенок очень красивый, это оттенок Beige. Очень мне хочется помаду такого оттенка, очень красивый. Так, следующий это у нас Beige. Так что эти блески я очень-очень-очень сильно люблю. Следующий продукт из серии NYX Soft Matte Lip Cream. Это просто сногсшибательный продукт, который супер пигментация, ложится великолепно, он скользит. Это не блеск, это не помада, это как вам объяснить, как густой, насыщенный, как крем, что ли. Я даже не знаю, как выразиться. Оттенок Сан Паула. Так, и очень красивый оттенок. Сейчас посмотрим. Я выбрала для себя, так он выглядит. Пахнет он тоже очень вкусно, какими-то конфетками, шоколадом, ванилью. Так, очень понравился, относительно стойкости достаточно хорошо он держится, но через 5 часов приблизительно начинает очень сушить губы, и, пожалуй, это единственный недостаток. Так, в принципе, очень-очень нравится. Так, следующий, это у меня серия Butter Gloss NYX в оттенке Meringue. Так, и это такой холодный, красивый, розовый оттенок. Тоже очень нравится. Так, и тоже, не могу сказать, что они очень стойкие, достаточно такая средняя стойкость. Немножечко они все же липковаты, также они содержат масло. В принципе, когда у вас нет проблем с губами, никаких шелушений, он хорош в носке. Но если у вас, опять же, проблемы, там, допустим, губы потрескались, то, опять же, этот продукт, он подчеркнет все шелушения. А так, в принципе, очень невкусно пахнут все, мне очень нравится. Так, и следующий оттенок очень красивый, это Cupcake. Не знаю, правильно ли я прочитала. Вот такой яркий, очень красивый, насыщенный оттенок. Так. Мне, в принципе, все устраивает, но я бы хотела, чтобы они были больше стойкие. Так, вот так он выглядит, этот оттенок. Очень-очень красивый. Мне нужно было сводчи делать вот так, конечно же, так лучше было бы вам видно. Но как начало, так и будет. Так, и следующий оттенок называется Strawberry Perfect. Или как?
не знаю, как правильно читается, уж простите. И это такой тоже красивый оттенок розовый. Вот так, розовый оттенок тоже. Оу, так вам точно не будет видно. Так, вот так я его нанесу вот здесь. В принципе, все блески очень хорошие. Единственное, наверное, меня разочаровал оттенок, но, в принципе, он подойдет под любой макияж. Лучше, конечно же, смоки или более насыщенные, если у вас будут оттенки теней. Это оттенок крем-брюле на моих губах. Возможно, это еще зависит от пигментации. Он очень бледный, и наносить его нужно обязательно с карандашом. Вот так он выглядит. В принципе, я люблю блески такие наносить именно с карандашом, именно такие вот оттенки более нейтральные. А так, в принципе, мне очень нравится, я очень люблю NYX. Вот у меня вся рука в сводчик. Так что, более подробно заходите в мой блог, там более подробно написано. И также есть сводчи. Всем приятного просмотра, пока, и до новых встреч на моем канале. Пока-пока!